Завтра, 18 сентября, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной, но сухой воздушной массе, поступающей с северо-запада. В результате переменная облачность. Лишь в северо-восточных районах страны сохранится влияние влажных воздушных масс, и ночью там пройдут дожди. Днем они сместятся на восточные регионы. Влажность от 40% по западу до 80% по востоку. Атмосферное давление будет расти. Утром пригодятся теплые вещи. Будет от 7 градусов по Витебской области до 10 в Гомельской и Гродненской. Северо-западный порывистый ветер добавит ощущение холода. Будет казаться, что температура еще на 3-5 градусов ниже. К середине дня по западу воздух хорошо прогреется до плюс 17, а вот по северо-востоку значительно прохладнее, не выше 9. К вечеру температура вновь понизится, будет от 8 в Витебской области до 13 в Гродненской и Брестской. Зато к выходным погода наладится. Область повышенного атмосферного давления, смещаясь с северо-запада Европы, отодвинет зону осадков за территорию нашей страны. Поднимутся и столбики термометров. В субботу ночью ожидается плюс 2,9. Максимальная температура днем от 14 по северо-востоку до 20 по юго-западу. В воскресенье в южных регионах еще на пару градусов выше. И у меня все. Еще больше информации о погоде в нашем телеграм-канале «Рябов ответит». Подписывайтесь.